Это вот музей национального искусства Каталонии. Я специально зашел сбоку от водопада, потому что он имеет необыкновенный эффект. От него несет водной пылью, и она ну просто освежает, она увлажняет лицо и действует волшебно. Ну вот сейчас, если зайти на эту пыль, то будет немножко видно, ну, что эта вода несется на тебя. И на камеру тоже. Но смотрится это просто волшебно. Просто бесподобно. И ощущения космические. Ну, не знаю, там, спа, не спа, но где еще такого эффекта достичь.